На смену гигантскому резиновому утенку плывет гигантский деревянный бегемот. Его впервые увидели на Темзе во вторник. Это очередное творение всемирно известного гигантомана, голландского скульптора Флорентина Хоффмана. Он объяснил, что его вдохновило. Меня вдохновила детская книга дочери, где бегемот выглядел определенным образом. Приехав в Лондон, я помнил, что здесь есть 6-метровые ограничения из-за моста, так что мне нужно было вытянуть этот объект. И вот на основе изображения бегемота в книжке дочери я создал такую 3D-модель. Бегемот получился длиной 21 метр. Хоффман прозвал свое творение «Гиппопотемз», соединив слово «гиппопотам» с названием реки Темза. На его создание у нас ушло около 6 недель, на то, чтобы подготовить чертежи. А затем еще понадобилось недель 6, чтобы его построить здесь, в Лондоне. Напомним, наиболее известным творением Хоффмана стала желтая резиновая уточка, которая успела побывать в озерах и заливах самых разных стран мира. Что касается новичка-бегемота, он будет плавать по Темзе весь сентябрь.